Здравствуйте, мои дорогие! С вами снова Регина из Италии, из города Флоренции. Как вам я всегда вот обещаю, оставайтесь со мной, подписывайтесь и ставьте лайки. Будет еще интересней. Вот сейчас я прохожу мимо, вот по этой улице. Эта улица называется Виа дель Оки. Кстати, Виа дель Оки, это улица прямо рядом с моим магазином. Вот тут за углом, с правой стороны, мой магазин. А здесь шоколадный магазин, который я вам показывала. Помните? А вот здесь следующая дверь. Это вот этот ресторан. Просто я всегда проходила мимо, не обращая внимания. Олеси. Но вы знаете, я сейчас прохожу и вечереет. Вот так вот солнце вот так вот садится, вечереет. И представляете, вот эта вот красота. Посмотрите. И я спросила, можно ли заснять эту красоту внутри. Он сказал, конечно, без проблем. Ну вот я вам и покажу. Сейчас пока клиентов у них нет. И я спокойно продемонстрирую вам интерьер и этот ресторанчик. Buonasera! Посмотрите, какой интерьер. Вообще прекрасный ресторан. Очень уютный. Без слов. Смотрите, какой ассортимент вин и, ну, всякого спиртного, потому что я не разбираюсь, видите? Вот такой вот интерьер. Вот такие вот столики. С левой стороны бар. Хочу вам показать. Который ждет туристов. А сейчас, в данный момент, они работают и работали на здешнее население. У них тоже есть свои клиенты, поэтому в данный момент пока никого нет. Посмотрите, какие столы, обратите внимание. Белиссимо таволо. Внутри маленькие вот такие бутылочки. Смотрите, как они сделаны. И залиты эпоксидной смолой, я так думаю. Или под стеклом. Непонятно. В общем, ну красиво. Смотрите, два бокала. Здесь такая джазовая музыка, но, к сожалению, мне нужно будет ее убрать и поставить другую. Вот такой вот у них интерьер. Посмотрите, какие стульчики. Загляденье. Я такие даже не видела никогда. Приятно даже посидеть на таком стульчике. Видите, здесь высокие такие табуреточки. И столик такой высокий, и два фужера. Романтическое такое настроение здесь. Супер. А вон там наверху, смотрите, картина. Мы пройдем дальше. Красота, правда же? Ух ты! Здесь у них такой зал большой, еще второй. Вы, мои дорогие, знаете, что я поняла одно? Что вот этот шоколадный магазин, где я была, помните, я показывала вам вот этот отдел, где вина и, ну, все такое прочее? Вот это, оказывается, один и тот же. То есть этот ресторан-бар, вот он относится именно к этому шоколаду. Только там, ну, два входа. Здесь именно для ресторана, а там именно шоколадный отдел. Потому что я вот сюда выхожу и вижу, понимаете? Помните, я вот здесь вам показывала, здесь люди сидели и выпивали, дегустировали вино. Так вот, я здесь оказалась. А здесь еще есть лестница вниз, и внизу, не знаю. Так что я спущусь и покажу вам, как внутри. Мама миа!
винный погреб. Посмотрите, какие перила, какие лестницы, какая лестница. Люстра оригинальная, посмотрите. Ой-ой-ой, сколько здесь вина. Я вообще в винах не разбираюсь. Я реально в винном погребе. Посмотрите, где у них только вина, да, они действительно работают, наверное. Даже не знаю, как оптовики, я не знаю. Никогда сюда не заходила. Здесь вот такой вот шкафчик. Ну, конечно, здесь все, наверное, такое с вином связанное, не знаю. О, интересно все-таки. Я вам показываю все, что тут есть. Джазовая музыка прекрасно соответствует с этим интерьером и вообще вот с этим помещением. Посмотрите, какой шикарный стол. Я язык проглотила, потому что оно реально красивое помещение, обалденно красивый интерьер и вот эти вина. Ух ты! Даже вот пыль есть, видите? Такой аккуратненько, да? Сама вот эта штучка, ну, где лежат эти бутылочки, похожа на кирпич. Стол такой прикольный, длинный. Понимаете, да, куда я попала вообще? Это не то, что склад. Здесь, я так понимаю, можно мероприятия какие-то проводить. Смотрите, стол какой оригинальный. Смотрите, какой кресло сделано. Если от меня идти на пятую землю, посмотрите, какая картина шикарная. Да, очень красиво. Смотрите, какие кресла. Это является.
где можно присесть и продегустировать то или иное вино. Смотрите, как сделано. Еще один такой прекрасный большой длинный стол. Обратите внимание. Как он сделан. Как вообще здесь оригинально все сделано. Вот мы сегодня пошли в ресторан китайский. Выходной у нас всякое. И ракушки, и гамбери, и все-все. Тут морское. Это я. Себя неудобно снимать. Попрошайничать со стола. Ага. Нет. Нельзя здесь тебя, китайцы, быстро на гриль. Слушай, собаки. Грета, давай на место. И еще клиенты идут. Тихо, тихо, сейчас наберутся. Алик, что кушать? Какое? Сливочное. Виталикина любимая. Мы когда сюда приходим, он берет сливочное. Говорит, что очень похоже на мороженое. Копия мороженое, как раньше солдатскому давали нам из деревянной бочки в эти бумажные стаканчики. Когда? В советское время? Да. Мне было 6 лет. И вот тебе это мороженое напоминает, да? Да. Очень вкусная. Сливочная, да? Сливочная. Приезжала машина, все дети там бежали. Хочется. Я тоже себе взяла, вот я кушаю. Сегодня обжорство. Завтра мы будем листики, салатики кушать. Ну, на этом я заканчиваю свою видеосъемочку и прощаюсь с вами. Но прощаюсь ненадолго. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки и увидимся в следующий раз. В следующий раз будет еще интересней. С вами была Регина из Италии, из города Флоренции. И до скорой встречи. Пока-пока.